Сегодня 10 января, второй рабочий день. Встаю уже, все. Пес уже меня поднимает. Надо идти с ним гулять. Иду. Зашел с улицы. О, уже допиваю чаек. Скоро выдвигаться. Идем на работку. Сегодня пятничка. Это очень сильно радует. Самое главное, наверное, сегодня помыть машину. И сегодня я опять иду бегать. Ну все, друзья мои. Сейчас поеду, заправлюсь. Погоню, поработаю, быстренько все сделаю. Все доделаю. Все, и на свободу. И все-таки как пятница поднимает настроение, я прям не могу. Прям так по кайфу почему-то. Блин, на самом деле реально такое ощущение, как будто бы я даже не отдыхал ни одного дня. Вот как вот работал, так и вот и работал, и работал. Ну это капец, мне кажется, такого быть не должно. Ну что, ребята, кто чем будет заниматься на выходных? Я буду снимать для вас ролики и заниматься спортом. Поставлю, наверное, я все-таки свои лампочки новые в эти выходные. Помою машину. Вот. Все это я засниму. Ну и выложу. А вы поставьте лайк. Напишите коммент. Когда только хотел этим заниматься, я думал, это так все просто. Снимаешь видео, выкладываешь, тебе пишут. Всякие комментарии тебе пишут, лайки ставят, да, там ты деньги на рекламе зарабатываешь. Но по собственному опыту это совсем не так. Во-первых, тебе надо придумать, что снимать, придумать, как снимать, придумать, кто тебе будет помогать. Потому что на начальных этапах, когда ты снимаешь видеоролики и выкладываешь, они тебе ничего не приносят. И ты работаешь, в принципе, на работе, чтобы зарабатывать себе деньги. Соответственно, твои все знакомые живут точно так же. И то есть... Так. И то есть бывает такое, что это очень даже часто бывает, что они тебе просто не могут помочь там, либо не хотят помогать, потому что это же надо встать, это же надо выйти из дому. Вот. И что-то там, не знаю, слушать твои какие-то бредни там, я не знаю, как думают же все так. Вот, и поэтому помочь тебе может только тот человек, кто в этом заинтересован, либо тот, кто тебя любит. У меня, в частности, это зачастую моя жена меня снимает, что-то мне подсказывает, как делать. Она мне вообще молодец. Вот, она не сказала мне в тот момент, когда я начал этим заниматься, как типа того, что ты дурачок, найди себе работу, нормально, вот так вот, и живи спокойно, сиди на попе ровно. Вот, таких слов с ее стороны не было, и я вообще рад, что она вот такая у меня. Вот. Ну, иногда бывает, друга попросишь, да, если он там свободен, если ему нечего делать, да, он тебе поможет. Ну так, чтобы всегда 24/7 с тобой где-то лазить. Нет, так никто не помогает. И отсюда получаются трудности.
Так что кто с этим столкнулся, тот понимает, а кто просто сидит и смотрит и говорит, что да, вы там ролики снимаете, бабло лопатой гребете. Нет, это не так на самом деле. Вот, а у меня уже на канале, я не знаю, роликов 20. И с этих 20 роликов у меня всего 1200 просмотров общего на канале. Вот. И это означает, что мне нужно что-то менять, наверное. Как-то нужно по-другому. Но я пока не знаю как. Вот, лезть в Инстаграм я пока тоже не хочу. Думаю, что там надо, туда уже с чем-то нужно заходить. С опытом, по крайней мере, каким-то. Вот. Вот такие мысли на пятничное утро, на сегодняшнее. Вот. Но, ребята, я стараюсь, я честное слово, это не тяп-ляп, это не лишь бы что-то. Я каждый вечер, когда ложусь спать, думаю, что я завтра буду снимать, что я буду рассказывать. Ну, это очень трудно. Я уже ничего не говорю о вайнах всяких каких-то, где там целый сценарий нужен, там несколько локаций, где там идут съемки, где-то чего-то. Где грамотный монтаж, где вот это все. Это да, это, конечно, потяжелее будет, чем просто влог. Тут можно, по сути, просто склеил несколько видосиков вместе. И, по сути, вот он, ты как бы все, готовый. Готовый влог уже можно выкладывать. Там музычку подставил. Вот. А так это, в принципе, тяжело. Тяжелая работа. Я не знаю, наверное, когда будут за это платить, это уже будет, получается, это уже будет новый уровень, да, и ты на этом зарабатываешь, и тебе уже все, ты увольняешься с работы, у тебя свобода действий, и самая главная задача это заснять интересный ролик. Вот. Вот тогда, я думаю, оно все идет, процветает, эволюционирует, так сказать. Вот. Ну а сейчас, как говорится, довольствуемся тем, что есть, что еще, как еще быть. Тут главное начать. Остальное оно придет, я думаю. Просто я смотрю всех вот сейчас нынешних блогеров знаменитых. У них первое видео выложено там 5 лет назад, там, 2 года назад, либо. У них были уже каналы там когда-то давно, которые были удалены, созданы новый формат видео, и вот да. Такие есть, где мало, не такой большой срок у видео. Вот. Но есть такие, где да, там действительно 7 лет, 6 лет, там, 8 лет. Вот. Ну хочется, чтобы все это, конечно, случилось немного пораньше. Вот еще для себя пожить, для жены пожить, нам вдвоем с ней пожить просто, потому что потом будут дети. Я хочу, чтобы дети, они зашли уже в такое, в нормальное, как бы в нормальную жизнь, где папа с мамой не ругаются, где зарабатывают хорошие деньги, чтобы хватило и там на школу, и на секцию, и на Макдональдс там. Вот такие мысли у меня. Так что делайте выводы и ставьте лайки с комментариями. Все, что я хотел сказать. Обед. Ну вот я и дома. Рабочие дни мои закончились. Остались выходные. Сейчас, как я и говорил, пойдем на тренировочку. Сегодня пятница, 10 января. Ну вот, я сегодня опять на стадионе. Только сегодня света здесь нету. Не включают, видимо, по пятнице. Думают, что люди все бухать пойдут после спорта. Значит, позанимался. Пробежали 4 круга. По 20 раз отжались. Это ладно, вернулся домой, вот забрал машину. Сейчас мы едем проводить
маленький-маленький тюнинг. То есть поставить лампочки. Вот. Ну и потом поставим лампочки и поедем домой спать, отдыхать, восстанавливаться после таких физических нагрузок. Значит, ставили лампочки мы недолго. Фишка в Chevrolet Tahlacetti, кузовый седан, про другие не могу ничего сказать, в том, что приходится полностью снимать фару. Вот. Так что фрагменты этого вы можете увидеть на вот этом видео. Так, что это? Сгорело вот от плохого контакта все. Запечатлю я процесс, но так вкратце, чтобы вас больно не утомлять. Так по-быстрому сделал, подснял немножечко для вас. Вот. А лампочки сами я вам уже показывал в прошлых видео. Значит, друзья, как я и обещал, поставил я себе новые лампочки. Они намного круче, белее, светлее. Ну, сейчас я вам продемонстрирую. И поехали. Ну чё, как вам, друзья мои? Вот такой белый свет. Я не знаю, на видео сильно видно, сильно ли они отличаются или нет. Факт в том, что свет сначала светило желтым, просто галогенки стояли, а сейчас светодиодный обычный, ну белый, не обычный, но белым светом светит. Классно, мне нравится. А, не знаю, советовать или не советовать. Ну, я бы поставил. Я еще дальние хочу такие сделать. Вы были на канале Valdis Life. С вами был Valdis. Всем пока!